О, щит против щита, посмотрим, кто кого. Серьезно? Полная масса. Ой, эти кроссовки, это отсылка на оригинал, это пасхалка. Привет, орлы. Я занят проникновением в неприступную крепость, где мы спасем Писю, то есть собачку, которая станет нашим компаньоном и другом в этом страшном мире. Ставь лайк, если ты любишь собак, и пиши комментарии, если ты любишь кисок. У меня, например, кот, я больше люблю котов. А нахрена вы насыпь сделали? У меня байтесь на проникновение. Так, тут забор. Я вот больше люблю кошек. У меня вот есть, котик. Я думаю, вы его видели. Можете ко мне в инстаграм зайти. Его там просто так много, что вы сдохнете от умиления. И все такое. Так что заходите, заходите. В ВК тоже можно. Ссылки все в описании есть. Кстати, надеюсь, я к моменту выпуска этого видео все это сделаю. В описании также присутствуют ссылки на все новинки, все вообще крупные игры, которые я проходил со дня основания канала. Это на минуточку с 2013 года. Так что, если вы задавались вопросом, какие же игры есть на моем канале, там внизу есть описание. Я заморочился прям максимально. Не пугайся, собачка, а то мясо будет невкусное. Вот пидорас, собаку решил убить. То есть я не очень люблю собак, но... Такой фигни я не допущу. Не на моем дежурстве. Так, вот так у нас молотов, да? Лови! И заодно тебе в голову прилетит, да? О! У тебя дробовик, думаешь, умный, да? Нифига. Черт, возьми аптека мне в жопу! А, то есть, извиняюсь, что я всем про жопу говорю. Сейчас скажете, что я заднеприводный. Просто такое уже было. Аптеку мне в вену. Песик, нет, постой, ты не тут, это другой песик, а где наш? Я думала, мне конец. А, он, вот он здесь, наверное. Что за записка? Не забудь, не вздумай есть ретривера. Ты скормил ему хренотонну отраву, чтобы он выблевал ключ. Не тупи, лучше поймай себе другую собаку с любовью ты. Что-то азия как мне. О, постой, он отравлен. Песик, бедный. Бедная пися. Маленькая, о, маленькая пися. Японская собака. Знаете, чего хочет собака? Знаете, чего хочет собака? Я не всегда знаю, чего я хочу. А вы мне про собаку. Ребята, ставь лайк, если ты всегда знаешь, чего ты хочешь. И пиши комментарий. Слушай, я знаю, я умею байтить на комментарии. Кстати, глаза так побаливают. Ну, ради вас, ребят, сижу, делаю ролик, хотя глаза что-то подустали. Дармовая практически. Чисто случайно собрал все. Тут очень, кстати, легко собираются всякие такие штуки. Так, освободить можем. А, ты хочешь, чтобы я освободил твоих братьев-ретриверов? Изи. У меня ничего для тебя нет. Йоса. Какой хороший. Хорошая собака. Дай флайк за собаку. Ну все, да? Человек-псу-волк. Ха-ха, сделали. Выполнили задание. Мы завели собаку. Понимаете, можно сделать достижение. В реальной жизни нет собаки, потому что мама не разрешает завести. Ты завел ее в игре. Поздравляю тебя. Рейдеры жопу рвут, запугивая и похищая людей. Они заслуживают хороший стейк из собачатины. Да, я не совсем понял логику насчет стейка из собачатины и так далее, но... Не важно. Давайте пойдем на сюжетное задание. Оно близко. Помните, спасти Раша. Вот этого, как его? Да, его Раш же зовут. По-моему, Раш. Так что, пойдем к нему. Хозяин магазина. Да, мне особо нечем торговать. Идем туда. На сюжет. Это уже третья серия. Мне игра очень нравится. Я знаю, что я записываю это все заранее. Но спасибо всем, кто, ребят, со мной, кто меня поддерживает, смотрит. Это очень круто. И, понимаете, я ценю каждого. Я ценю каждого человека, который меня смотрит. И всегда приятно. Знаете, я даже удивляюсь, когда, бывает, заходишь в комментарии, читаешь какие-то теплые отзывы. Это удивляет. По-моему, мы просто я уже общались. Я обходил его стороной. Там пахнет жженными волосами. Хотя, может, ты решишься. Жженными волосами. Загадка рыбаку. Или на сюжетку пойти. А да, я на сюжетку хочу, она поближе. Все-таки тут красиво, знаете. Тут можно просто гулять и наслаждаться. Локация не сильно поменялась, цветов только стало больше, но выглядит очень классно. И причем, знаете, даже на слабом ПК пойдет. Ну как на слабом? На среднем. Меня иногда спрашивают вообще, на каких настройках вот Far Cry пойдет или какая-нибудь новая игра. Ребят, не на настройках, а пойдет ли там на моем ПК Far Cry. Какие настройки выставишь, так и пойдет.
Черт, Ази, этот рейдер спрятался за машиной. Черт. Опа. Я его в голову ударил, да-да-да. Так, они там бензин какой-то везут. Все, парни, мы сейчас его перехватим. Рейдеры гоняют по долине на грузовиках. Разводят этанол по аванпостам и мастерским. Грузовики, а, это наш грузовик. Чтобы лишить рейдеров топлива. Но лучше угнать и доставить в процветание или на любой освобожденный аванпост. Давай-ка я перегоню его. Так, куда вам? Довезите автоцистерну до процветания. Это куда его везти? Ладно, я автомат поставлю, да, пункт назначения. Сколько везти? 2 километра! Так, а можно по-быстрому аванпост захватить? Где угодно. Просто я не знаю, как выглядят аванпосты в этой игре. Ну, может быть, вот это, кстати, аванпост. Но... Черт возьми, нет, может там реально... Давайте попробуем приехать сюда и захватить. Я почему-то думаю, что это аванпост. Выглядит, ну, очень подозрительно. Черт возьми, меня таранит какая-то дичь. И сейчас может взорвать мою цистерну сладенькую. Так, все, черт. Видите? Подгорает. Ну, там не видно, там слышно. Может быть, это аванпост, кстати? О, -2. Сейчас я тебе помогу, Кармина. В какой заднице ты? Неважно. Где ты? Опа, все, я застрял в ящике в текстурах. Я долго не выдержу. Да я тоже. Черт, то есть меня окружают, и я не знаю, куда мне деть орла. Я помогу, Кармина, постой. А, ты уже в порядке. Все нормально, Кармина, не бойся. Я на удивление быстро меня потеряли. Где ты? -2. Кто готовит нам сегодняшний сейф титан? Их можно чинить? Круто, давай. А то под здоровье наполовину было, могли взорваться. Шлари Паркера. Был такой местный сумасшедший. Сам он давно пропал, но что-то мне подсказывает, что тут он оставил кучу всего крутого. Восстание машин. Постой, Ларри Паркер, это не тот, который портал во времени сделал? По-моему, в этой, по-моему, тут должна быть на него отсылка. Я где-то слышал, то ли мне, может, мне кажется. Может, я это сейчас выдумал сам для себя. Но... Так, аванпост-то близко или нечто похожее на аванпост? Слушай, очень близко. Нам сюда. Просто я думаю, что тут аванпост. Это мое смелое предположение. Я бы очень боюсь, что моя цистерна загорится. Пожалуйста, Мими. Пожалуйста, не загорись, не загорись, не взорвись. Возьми, может, все-таки неразумно рядом вставлять, как бы. Может, все-таки отогнать. Это лучше. Я остановился из-за рейдера. Не обошлось, нормально. Я был прав, та аванпост. Все, твари, вам хана, я не поеду так далеко в процветание. Поэтому вам придется сдать аванпост. Давайте посмотрим на захват аванпоста. Первый раз, потому что я не захватывал до этого аванпосты. Понимаете, first experience. Так, они откуда-то след. Я думаю, нам лучше забраться на гору. Сейчас бы винтовочку снуперскую, но у нас ее нет. Поэтому придется работать с тем, что есть. Ну, слушай, это лучше винтовки. Так, опять тут в кустах там сидит, господи. Сейчас вот тут. Да блин, я не это хотел. Ладно, черт с тобой. Да блин. У меня тут еще дополнительные крики в комнате, ибо на Лизу напал кит. Я знаю, что страшнее, крики в игре или крики Лизы? Или то, что кит напал? Но пришлось пропалиться. Тут кто-то был, я хочу его снять. Просто я слышу, что ты со спины мне орешь в ухо. Вот интересно, как машины-то оказались вкопаны наполовину? Я тебе покажу. Ловите молотов, я не попал, что ли? Они сейчас гранату на меня скинут. О, спасибо, мужики, даже вызывать не надо. Помню, в 4-м фаркале в комнате фаркрая. Может, даже в 5-м нужно было вызывать самому. А здесь, видите, народ приезжает. Орлы сейчас приедут, подписчики канала Юджин Рус. Вилькам. Чувак, мне тут самому хреново. Ты пойми меня правильно. Черт, нас бомбят! Нас бомбят! Музыка такая немножко странная. Я бы сказал, такая, знаете, фанки музыка такая странная.
Что-то типа техно. Не знаю, я такое не слушаю, по крайней мере. Ну, наверное, сейчас такое модно слушать. Я уверен, все школьники сейчас это слушают. Я просто, я уже старый, понимаете, мне 45. Я не разбираюсь в современной музыке. А знаю, что там Фейс есть. Я слушаю Фейса Фараона каждый день. У меня на будильнике по утрам Фейс играет, типа... Какая там песня самая последняя? Фейс. А, не, у меня вот Медуза играет. У меня сразу будильник, знаешь, в 7 утра такая Медуза, Медуза. Я очень надеюсь, что Лизины крики попадают, кстати, на запись. И я смогу зациклить их на 10-часовую версию. Так, ну все, сейчас красиво будет, смотри. Убийство Строса! И где мое достижение? Красиво сделал. Ubisoft, где достижение? Просто я немножко фанат достижений, люблю их собирать. В последнее время как-то сильно увлекся. Я в Ассасина Одисси играл очень много, лишь бы достижений. По ногам! Ха-ха, работает! Да, используй щит! Кто хочет пострелять? О, щит против щита, посмотрим кто кого. Серьезно? Серьезно? Я победил. О, смотри, это я! Ни хрена себе крутой. В этих галошах желтых. Все, я понял, ради чего я наряжал своего персонажа. Ради того, чтобы выделываться на этих заставках. Я это на превьюшку пройдет. Это на превьюшку, 100%. Все, превьюшка confirmed. Посмотрим, что нового. Наземный транспорт. Мы теперь, типа, а, их скрафтить можно. И как бы призывать. Не, мне нафиг не надо. О, можно трактор сделать. О, родной белорусский. Ну, я не белорус, но... Ставь лайк, если ты белорус. Трактор. Слушай, ради белорусов скрафчу. Так уж и быть. Родной транспорт. Трактор Минск. И у нас еще есть вот это. Я за баллы купил. Не за деньги. Я же... О, супер трактор. Это велоцитрактор. Супер трактор, а есть какой-то мега трактор, а это что? Уже есть? Внедорожник наследия Хёрка, ни хрена себе, входит набор наследия Хёрка. А откуда у меня это? Я что, купил? Просто я не уверен, я не покупал вроде. Ну да ладно, неважно. Посмотрим, вот ты хочешь сказать спасибо? Это новому найдем применение. Теперь ты можешь либо занять это место, либо разграбить его. Если его разграбить, рейдеры вернутся и с подкреплением. Но если ты снова захватишь этот аванпост, ты получишь еще больше этанола. Нет, в следующий раз этот я просто захвачу. Мастерскую на месте старого заброшенного городка. Разграблять я не буду. А то есть, получается, сколько угодно можно разграблять? Или как это работает? Я просто сейчас, как вам сказать, я не уяснил. Я не разумею до конца. Может, а можно прокачать как-то пистолет? Там навесы на него какие-то придутся. Так, поменять с ржаву. То есть, теперь у нас, типа, крутой пистолет. Эта модель в ходу уже 124 года. Выходит надежная штука. Ну, наверное, да, знаешь, 124 года. Дерьмо в ходу не будет. Тут есть лук, тут куча всего. Можно как-то вот... пиломет переделать. Нет, пиломет у нас в версии такой. А то есть только... Ох, лопата! Ну, слушай, лопата улыбака, моя любимая. Я не могу не взять. Вот это я помню, самодельный М9. Ох ты, смотри, у нас есть ретро-фантастика. Ну, я его возьму. Вот это я не могу активировать, потому что я... У меня не на этом аккаунте не пройден Far Cry 5. Некоторые крутые пушки из наследия Хёрка, походу, перекачали. Посмотрим, что еще есть по оружию крутой. Вот я бы взял вот это MP5 SSD, он в, может, в Call of Duty он есть, а я Call of Duty. Я большой фанат этого оружия с тех пор, как прошел. Элита, ос и супер лопата, щелкунчик. Реальность, премиум, элитная. То есть нужно или прокачаться, или платить реальные деньги. То есть смотрите-ка, ненавязчивый донат. То есть вот, знаешь, кто-то уже скажет, что игра дерьмо только из-за доната. Я скажу, что если вы так считаете, вы больны, идите лечиться. Так, набор компонентов. Я все-таки хочу создать взрывчаточку, мне надо. Мне просто вот надо. Или не надо. Как она мило выглядит, а мне даже жалко тратить ее на каких-нибудь засранцев. Надеюсь, ну ладно, кстати, тут можно одну лопату ходить, не как раньше. Да, обживаюсь, да, еще поговорим. Рейдеры построили мастерскую на месте старого заброшенного городка. У них там куб... Советую прекратить это! Смешно же было. Это мастерская, аванпост. А где он? Сводить, а? Ну он далеко? Просто мне казалось, вот это она и есть. Так, а если по карте я так, я по памяти-то не знаю?
А, это прям на юге. Не, это процветание. Ну, потом заеду, мне лень сейчас заезжать. Я грузовичок с этанольчиком вам сейчас подведу. Блин, а тут так нельзя. То есть, смотри, если она умирает, получается, мне нужно ее воскресить. У меня нет какой-то голубой травы из Resident Evil, чтобы воскресить. Но я могу позвать собаку Тимбера. Все, теперь со мной будет бегать собачка и приносить. Интересно, а патрон умеет приносить, как старая собака? Ну, помните, та самая. Тимбер, малыш, давай грузовичок с тобой подгоним. Ты высунешь морду из окна и, как в лучших традициях Голливуда, будешь делать язычком, пока папа разгонит грузовик до максимума и довезет его до базы. Так, постой, грузовик у меня здесь стоял. То есть, получается, грузовик исчез, пока я базу захватывал, да? Ну, охрененно, блин, конечно. Это потрясающе. То есть, кого хрена мой грузовик пропал? То есть, я только что осознал, грузовик был здесь. Так, ладно, я немножко разозлился, мы будем отыгрываться на проезжающих автомобилях. Класс. Тихо, тихо, дорожный патруль, вы не заплатили штраф. Свозят их в цех патронов. Останавливай грузовики с пленными, этих людей нужно освободить. Сейчас каждый человек на счету. Изи. Как ты свободен. Ой, мне задали очко. Вот за очко Евген всегда готов сделать все, что угодно. Посмотрим, у меня 4 очка доступно, нифига. Что можно качать? Киску, на киска. Бинокль, нажмите, чтобы воспользоваться биноклем. Не, давай, вот я бинокль хочу, конечно. И все, я все потратил. Черт, надо было думать перед тем, как тратить. О, supply drop. Куда он падает? По-моему, он падает прямо сюда. Он падает, он сюда падает. Слушай, он прям мне в руки. Ребят, вы бы мне на голову еще его скинули, я бы-то вообще охренел от вашей щедрости. Почему не сразу на голову? Ну вот почему. Тимбер, защищай место, малыш. О, уже идут, смотри, позарились на мое добро. Тимбер, вот, вот ленивая собака, он ни хрена не сделал. Вы это видели? Он ничего не сделал. Тимбер, ну ты пес долбоеб, слушай. Сколько можно обыскивать, а? Сколько там всего? Извини, Тимбер, что я тебя обозвал, конечно, это, ну, не очень правильно было. Дай я тебя приласкаю. Не нюхай злого дядю, подцепишь еще туберкулез костей от него. Так, ну тут 3 звезды, получается, теоретически 3жды можно захватить. Ну ладно, давайте на сюжетную. Хотя нет, раз мы начали аванпосты захватывать, давайте еще захватим аванпост. Я вот этот пока себе оставлю, я не буду его разграблять. Я, наверное, еще захвачу и потом этот разграблю. Ну, как-то так. Ладно, так же быть, я не просто так эти ресурсы собираю. Давайте сейчас какую-нибудь крутую машину вызовем. Например, да, вызвать прототип Бани, все правильно оказалось. Я не то вызываю. Прототип, где ты? Да нормально все. Так, хорошо, я поехал. Почему оно голубое, я не знаю. Может, это на что-то, понимаете, поднимаете ли намек? Я достоверно этого не знаю. Ну, мы посмотрим в процессе и захватим аванпост, и разграбим секрет. Я знаю, как многие люди относятся к несюжетным моментам, и многие просят, ох ты, черт возьми. Многие просят, ну, покороче с этим быть и показывать больше сюжета, не волнуйся. Я буду показывать только интересные моменты, все остальное просто не пройдет монтаж. Ого, ты молодец, пёся! Записка рейдера. Чтобы понять, как включить это устройство, нам осталось проверить только дом. Знать бы, как в него попасть. Дверь заперта изнутри. Замок видно через решетку на крыше. Может, какой-нибудь умник придумал? Что делать? Мне интересно, да. Что с этой штукой? Это телепорт. Это телепорт. Слушай, а что здесь? Устройство включилось, когда мы проезжали мимо. Как будто ждало нас. Проблема в том, что теперь оно выпускает эти стрёмные молнии, за которых мы не можем попасть в бункер, который у нас прям под носом. День был долгий. Охота уже хоть чего-нибудь поживиться. Придумайте, как вырубить это хреново устройство. А что если я войду в него? Чёрт, оно меня отталкивает и хп хоть снимает. Значит, плохая идея. Отвали! Отвали, тварь. Так, нам нужно... Вот. Кто-то есть, кто-то запер этот дом. Мы как бы еще не все зачистили, но тем не менее. Но это интересно. Машина времени. Дневник Сквоттера. Мы с другом решили проверить, не осталось ли от Паркера каких-нибудь безумных изобретений, но потом появились рейдеры. Пришло в голову, что если повернуть выключатель, какая-нибудь хреновина заработает и напугает этих гадов. Но вместо этого они взбесились. Я торчу здесь и молюсь. Черт возьми, чувак. Как ты выглядишь, мне интересно. Ну, как молодой лошок, понятно. Молодой воин. Очень классно, знаете, классно видеть места через 17 лет, то есть, понимаете, все, что мы видим, это 17 лет назад все это было. Так, где... Оно сейчас выключится.
Заберите припасы из тайника. Интересно, что ж в тайнике-то будет такого? Вам вообще нравятся такие игры, где такой перенос во время? Мне очень, это мой самый любимый жанр, когда вот ты можешь так перенестись во время. Узнать, что же будет через какое-то время с какой-то локацией. Как по мне, это супер круто. Я вот такие игры обожаю. Вот это решение Ubisoft просто... Ну, Ubisoft молодцы, одним словом. Так, надо спасти собаку, я знаю, мы подставляемся, у меня нет аптечек, но черт возьми, собака дороже жизни. Проблема в том, что прятаться негде. Давайте хоть за вышку. Нормально, оружие возьмем. Где ты? Чувак, не вижу. Быстрее. Опа. Вы все сдохли, тварь. Бедный Тимбер, тебя изранили, малыш. Держись, как тебя погладить? Тимбер, держись. Держись, сынок. Да, молодец. Хороший пёс. Люди с хорошей памятью. А был ли бункер под домом вот этого безумного ученого раньше? Оно открылось. Я вот не помню, что тут было восстание машин. Почему-то оно... Блин, тут кто-то умер. Почему? Дневник Сквотера. Боже, у меня проблемы. Не знаю, что случилось с той железкой наверху, но она явно сбрендила. Теперь, если попытаться выйти из бункера, зажарюсь заживо. Один раз мне удалось выглянуть наружу, оказалось, что вокруг полно рейдеров. Я страшно беспокоюсь за приятеля, оставшую жопу все это, в жопу такую жизнь. Да, зря вы сюда полезли, ребята. Лучше бы не лазили. Посмотрим, а тут есть хоть что-то прямо ценное-ценное? Журнал навыков. Как я понимаю, журнал навыков дает очки навыков. Ну, старые какие-то технологии, какие-то очки. Ну, ничего прям ценного-ценного тут нет. Или каких-либо отсылок на то, куда мог попасть Паркер. Вообще он на Марс попал. Давайте послушаем. Это резиновая Зина, что ли? Смотри, он ее держал под кроватью. По-моему, так и попал на массу. Ой, эти кроссовки, это отсылка на оригинал, это пасхалка. Мы нашли пасхалку. Мы не зря сюда залезли. Ставь лайк, если ты рад этой пасхалке. Потому что все, что от него осталось в Far Cry 5, кроссовки. Бензовоз, бензовоз! Мне тут подсказали, что у рейдеров появились грузовики с кучей всякого полезного добра. Так, надо ехать за ним. Это может нам дорого. Я сейчас этим и займусь. Подруга, сейчас я все... Не, он пропал, не могу найти. Блин. Пустил чертов грузовик. Аванпост, жди меня. Сейчас будет... Ну, ребят, ну по-нормальному выходить из машины неинтересно, правда? Я бы хотел ради интереса взять снайперскую винтовку. Это, наверное, следующее, что я попробую. Какой-нибудь с глушаком, если такая будет. Но пока я с пилой похожу. Я, кстати, вот не проверял, есть ли с глушителем винтовочка. Чисто из интереса. Это азиат. Ты задолбал от перил отлетать. А, наконец-то. Опа, музычка пошла такая боевая. Как бы нам зайти. Попробуем. Главный ход явно не вариант. Я не знаю, как они меня палят. Там не должно быть никого. Попробуем проникнуть по-тихому. Кстати, то, что у вышки появляется некий замочек, мне кажется, это отсылка на то, что... Ну, как отсылка? Чувак, отойди! Собака, отойди! Дал пулеметчика снять. Так. Мне интересно, а если по стелсу зачистить, будет бонус? Просто раньше был. Ему, кстати, по идее, руку должно отрезать, но рука на месте. Где расчлененка, Ubisoft? Помню, Watch Dogs 2 вы там женские половые органы показывали. А сейчас что, уже все, да? Теперь даже руку отрезанную показать нельзя. Да, если вы не знали, на Watch Dogs 2 некоторым девушкам можно заглянуть под юбку и увидеть там интересные вещи. Я не шучу. Можете поискать в инете, если это не выпилили. На удивление, скандала из этого почему-то не произошло. Хотя, сами понимаете... Может, какой-то разработчик пошутил, вы знаете. Бывают всякие, так, значит, кто-то остался. Я-то по стелсу хочу, видите, запрятался, так что не найти. Где же сидит засранец?
Записка рейдер. До меня дошли слухи, что некоторые из нас, маленьких говняков, забирают себе все больше добычи, чем полагается. Ну, коррупция. Вот-вот-вот. Блин, пропалили все-таки. Я не понял, как, но... Поддержки не будет. Так, надо вырубить срочно. Быстрее отключай сигнализацию. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Да, мы это сделали. Хорошо, хорошо. Как получается складно. Не, взрывы это круто. Нужно подкрепление! А стой, ты, он один оставался? Хотя мне кажется, тут нет бонуса за стелс, но хрен его знает. Ху-ху, какой крутой мужик такой, типа детина такая, Илья Муромец с автоматом. Захватили. Я молодец? Я молодец? Кто считает, что я молодец, ставит палец вверх, не глядя. Наспорс, лайк не глядя. Давай, расскажи историю. Пастор. Спасает всех нас от рейдеров. Знаешь, а вам с пастором неплохо было бы объединить усилия. Наведайся к нему. Он у старой силосной башни. Объединить усилия с пастором. А давай попробуем. Типа, чем черт не шутит. О, я испытание прошел. Значит, мне дадут какие-то очки. Да, очко наукам дали. Класс. Давайте разграбим этот лагерь. Вот мне интересно, что будет, если... Что будет, если я его разграблю? Оставайтесь неподалеку, отправите... Разграбьте анпост, получите добычу. Анпост вновь перейдет трейдером, будет защищен надежнее. Ну, оставаться неподалеку. Как бы оставаться на самом анпосте, когда мы его разграбляем, наверное, не очень хорошо. Утилизация, достиженьку дали. Мне просто интересно посмотреть, что будет, если разграбить анпост. А, понятно. То есть просто повторный захват. Ну-ка, давайте разницу. Попытаемся увидеть, в чем разница. Мы можем залезть сюда, но это с винтовкой со снайперской будет хорошо. Сейчас увидим, насколько лучше будет укреплен этот некий аванпост. Они установили сигнализацию. Сработает, прибудут их элитные бойцы. Ясно, выключу сигнализацию, все будет супер. Блин, тут две вышки. Черт, две вышки. В идеале я бы, конечно, хотел с биноклем осмотреть все, но это скучно. Здесь кто-то есть, глуши музыку! А музыка и так не играет. Чё-то они включили сигнал. Пёса, подними! Черт, нет! Первая смерть Far Cry. Может ли вам это поверить? Первая смерть! Пиздец. Не, ну тут ясное дело была моя вина, то есть я очень, ну как вам сказать, неаккуратно напал на аванпост. Давайте по-нормальному, давайте красиво сделаем. Я думаю, что, во-первых, мне нужно более прокачанное оружие, более прокачанный напарник, может быть даже несколько. И бинокль. Так, все теперь делаем по... Так, врубай бинокль. По уму теперь делаем. Так, масштаб. Так, по уму, ребят, по уму. Не по тупому, а по уму. То есть теперь мы будем видеть через стены. Как самые настоящие заправские читеры. Ага, так, всех пропалили. Ну, как минимум большую часть. Теперь же можно... Так, как вас спускаться? Вот так. И сразу ты прибываешь на аванпост. Нет, не сразу, постепенно. Не, они все-таки слишком сильные, орлы. Нам для такого дела нужны... Ой, собачку убили. Ребят, нет, мы не сможем взять этот пост, ребят. Они слишком хороши. Эти засранцы слишком хороши. Песов, вставай! Мы должны жить! Нет, песы, походу, совсем умер. Меня бомбят!